Ботанический сад Одесского национального университета имени Ильи Мечникова внесен в Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины в природно-заповедный фонд. На публичной кадастровой карте Украины появился информационный раздел «Природно-заповедный фонд», содержащий информацию о 7108 объектах природно-заповедного фонда. Из объектов Одесской области в этом разделе отмечены 46 – заповедники, парки, заказники, среди них и ботанический сад Ану. В сообщении Госгеокадастра говорится, отныне все желающие могут ознакомиться на публичной кадастровой карте map.land.gov.ua с актуальными данными о территории и объектах природно-заповедного фонда, где расположен тот или иной природный заповедник или заказник. Раздел на сайте создан с целью сохранения и охраны объектов природно-заповедного фонда, открытия для широкой общественности, данных о таких территориях и местах их расположения, а также для предоставления возможности государственным кадастровым регистраторам учитывать такую информацию при принятии решения о регистрации земельного участка. Создание этого информационного слоя на публичной кадастровой карте осуществлялось согласно информации об объектах природно-заповедного фонда Украины, предоставленной Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Данное событие вселяет надежду, что территория в элитном районе у моря, на которой расположен ботсад, отныне имеет больше шансов не быть стертой с лица земли в угоду очередной застройки новостроями.